Из баклажанов можно приготовить массу интересных закусок, которые хороши сами по себе, а также отлично подходят к мясу, рыбе и птице. Сегодня я хочу поделиться рецептом одной из. В сезон баклажанов не упустите возможность приготовить как можно больше блюд из этого замечательного овоща. Такая закуска готовится очень просто и быстро. Подойдет на каждый день и к праздничному столу. Блюдо в меру острое, ароматное и вкусное. Баклажаны помойте и очистите. Нарежьте брусочками, длиной приблизительно 5-6 см, посолите и дайте постоять 10 минут, пока на баклажанах не образуется жидкость. После кусочки баклажана просушите и выложите в горячую сковороду с подсолнечным маслом. Обжарьте на среднем огне до золотистого цвета. Красный жгучий перец, чеснок помойте и мелко нарежьте. Выложите в сковороду с подсолнечным маслом. Обжарьте перец с чесноком в масле в течение 6-7 секунд и выключайте. Перец с чесноком добавьте в баклажаны. Всыпьте сахар. Налейте яблочный уксус. А также соевый соус. Перемешайте все ингредиенты в сковороде, прогрейте 3-4 минуты и выключайте. Отличная острая закуска из баклажана готова.